Всем привет, с вами снова Волк Одиночка. В предыдущей серии меня вот здесь убили, но сейчас попробую еще раз пройти. Я вижу там бандитов двое, но почему-то с ними очень сложно перестреливаться. У них вот пистолеты, пулеметы. Ой, даже трое. А у меня дробовик и пистолет. Я не особо такой прям задрот, но в оригинале, в принципе, я нормально. Это все такой прицел для меня неудобно, надо сделать старый. Тут граната. Что-то я поздно услышал. Я не знаю даже, как к ним подойти. Они везде ведут прострелы просто. Пробую перебежать в другую позицию. Модификация, однако, сложненько такая. Хотя я вроде на самом легком играю. Так, один готов. Неужели? А, еще здесь не буду побегать. Однако они в кустах не видят. Тут еще двое подходят. Так, еще один готов. Все осталось двое, как я понял. О, один. Так, вон он бегает. После DayZ этой армы 2, блин, привык бегать по укрытиям. Потому что там один выстрел в тебя, и ты мертв. Или два выстрела, ну неважно вообще. Еще один лет. Аптечка у меня одна все. Ой, нет, аптечка на три штуки. Готов. Неужели я всех перебил? Отлично. Так, все забираю. Я думал, тут военные, да, оказывается, не бандит вообще. Так, вот один тут еще. Ну, угодилка. Ух ты, у этого всякая. Да, сдохни. Тут даже кровосос был. Вообще жить. Кто-то, по-моему, бегает. Или мне кажется. Так, ладно. Что-то получше будет. Так. Ага. Патронов немного надо беречь. Пистолет, конечно, вот этот я возьму, он получше будет. Точность и патронов больше в обоим. Вот у нас живность тут. Сейчас я вот, ну, почему я выбрал эту модификацию, просто вот тут чисто летсплей снимать можно, как и в DayZ, там вот в таких играх, где нету такого сюжета. Просто бегаешь там на квесты всякие берешь, проходишь. Вот я взял его специально, чтобы
пройти как бы все квесты, наверное. Или как это назвать, я не знаю. В общем, просто побегать, показать эту модификацию. Так, только что тут была плоть? Вон она. Ух ты, аномалия. Аномалии тут достаточно легко выбраться. Они не так сильно затягивают, как может быть там в других модификациях, в Warcraft of Doom. Извиняюсь, неправильно если назвал. Так, нашел медузу. Ее надо отнести этому Сидору еще. Сидору. Эх, СВД, я бы сейчас взял ее. Люблю снайперские винтовки. Они чистые. Сейчас добегу до блокпоста наверху там на севере, а потом обратно пойду. Аномалии тут на всех дорогах, вообще где хочешь найдешь, только в лагерях нет. Конечно, это Oblivion Lost, ну не тот самый, конечно, но выглядит отлично, вообще мне нравится. Так, вот там я вижу, живность ходит. Четыре собаки. Так, туда бежать нет, у меня две водки, антирадиационный препарат одна. Я чуть поближе побегу, нет там. Чувствую, там ничего нету. Ну, то есть ничего не найду. Это не аномалии, я же говорил, прям на дороге. Интересно, там кто-нибудь есть? Нет, что ли, никого? Ох, только их не хватало. Ё-моё, офигели. Опять рекламщики. Так. Да, тут никого у нас. Угу. Ни живности, ни людей. Шкафчики. Ну, в общем, тут все как обычно. Так вот, аномалия тут за КамАЗом. Блин, тут эффект ДОВ, что ли, размазывается. Не люблю его. Тут ничего такого нет. Вот. Игра на билдовском рендере, конечно, на чем еще играть тут. Только на этом. Без теней таких прям. Думаю, в следующей серии я сделаю, чтобы были тени и все такое, и посмотрим, на чем, на каком рендере играть интереснее. Я не буду их, наверное, убивать, хотя сейчас посмотрим. Так загрызу. Минус еще одна. Здесь еще один песик. Раз, два, три. Где еще один? Блин, с одной колонку неудобно играть, так непонятно, откуда звук идет. От наушников уже уши болят. Да, разработчик, если ты будешь смотреть это видео или смотришь его, то
Ну, или передайте ему хотя бы, чтобы он добавил в шкалу это. Выносливость. А то неудобно так бежишь, бежишь и не поймешь, сколько у тебя выносливости еще осталось. Ну и желательно еще, конечно, как тебя видят или нет. Ну вот, в общем, худ, как в оригинальном сталкере, вот, хочется. Он более удобный, конечно. Какие у нас пейзажи красивые. Что-то FPS просел так. Ну, все нормально. Живность тут ходит вовсю, гуляет. Ух ты ж, прям в аномалию, оказывается, залетел. Так, что у нас есть за задание? Здесь собаки. Вот тут сталкер какой-то. Надо помочь. Сторожная аномалия. В общем, тут все как обычно. Можно ему оружие продать. У него денег не хватает. Хотя, если вот это продать. Вот. Не знаю, надо сходить к Сидору и посмотреть, сколько он же возьмёт. Время 10 утра всего. В принципе, нормально. Дальность видимости здесь нравится, как в оригинале стоит. The Spire, может быть, я потом запишу как-нибудь. Когда вот это пройду. Не знаю даже, буду записывать или нет. Может там какую-нибудь другую начну записывать, модификацию уже. Видите, достаточно легко вырваться из аномалии. Тут ничего нету. Пойдем обратно тогда. Я чуть в аномалию не залетел. Ну, с... Итак. Вот куда. Ну, нормально тут придется, если счет, если что. За такую же цену покупают. Хотя... Сейчас выйдем. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Ну? Удачной охоты, сталкер. А, нет. Нет. Лучше продавать обычным сталкерам. Может, у них более выгодно это будет. Так. 373. Бери. Как-то не цепляй. Подушевнее бы. Черт. Опять это сволочь меня с патронами кинула. Ой, 267 рублей у него. Как раз боевик проходит. Кувай. Да уж, хорошо. Подавай. Там, где нас нет. И какого черта меня сюда понесло? Лучше бы дома сидел. Первопроходец. 584 не хватает. Надо было все-таки еще банку. Волк. Волк. Нет работы. Окей. Так, похоже, маловатый запас. Так, рукой махнул, все смеются, ясно? Угу, продаем. Приходит новый русский к сталкеру и говорит. Слушаешь, дым, мне артефакт нужен. Золотая рыбка. Все, больше тебе ничего не буду продавать. Понял? Ты сейчас все скупишь мне. Так, убери оружие. Так. Тут все ящики убрали. Короче, все нычки, которые здесь были раньше. Ну, то есть,
бронежилет, там патроны, вот здесь наверху, их уже нет. Ну, говорю, ящиков нету. Еще посветлело чуть-чуть. Оружие убрал. Не возьму. Так, что теперь? Теперь, так, тут что? Тайник, еще тайник. Тайники тут, оказывается, указываются. Еще один пистолет. В общем, оружие выгоднее продавать обычным NPC, чем Сидоровичу. Не знаю, как бармен, конечно, за сколько покупает, но тут пока что так вот. Вот это как медом помазал. Классно. Мале. Верно. О, сколько тут появилось у него заданий. Набираем все, короче. Так что же было? Так, ну ладно. Значит, что мне купить? Какую его надо брать? По-моему, мне на пояс. Значит, мне нужен спальный мешок. Что мне еще нужно? Медикаментов пока что хватает. Глушитель. Не знаю, брать даже или нет. Дорогое. Тут все дорогое. Одна штука стоит, блин. Патрон для СВД. Это вообще. Пустой рюкзак для 700, мне слишком дорого. Так, еда. Это значит... интересно. Он 4000 стоит. 4755. Что взять, спальный мешок или это? Даже не знаю. Ладно, еду не буду брать пока что. Все равно что спальный мешок или... Ну, спальный мешок пока что оставлю, у меня все-таки... Подумаешь, ночью побегаю. Неплохо. Как хорошо. Ну, будет еще, заходи. И куда его ставить? Значит, он так-то... Ну, удачной охоты, сталкер. Так, ну где тут аномалия была? Странно. Почему он не работает? А, вот все работает. Так, что значит теперь мне надо? Сейчас схожу, проверю тайники. И задание «Хвост псевдособаки», там как раз рядом должна быть она. «Вожак бандитов» там, «Каменный цветок» найти и возле ней бандиты. Хорошо. Значит, пойдем сначала за псевдособаки. Это вот аномалия. Так, здесь трупы проверял, я не помню. Да. А, нет. Еще один тут, наверное, шел тут.
чисто. Так, за время так, чтобы следить. Молнии там? Нет. Выбор, что ли, намечает? А, это Шустер? Хм, интересно. Так. Да ты поднимайся. Что, тебя убить, что ли? Лучше сохранюсь сначала. Да, кстати, давно не сохранялся. Статистика, репутация плохо. Почему? Почему? Бандит, новичок, что? Бандит, ветеран. Почему плохо-то, а? Сволочи. Ладно, попробую его убить, значит, сейчас статистика одиночка, нейтрал. Ну-ка. Нейтрал. Ну, его вообще все время не засчитывают, когда убиваешь. То есть, как будто ты не убивал его. А тут есть там бумаги. Здесь бы палатку поставить сейчас. Это, конечно, я в DayZ привык. Ёлки, значит, можно палатку ставить. Так, обычная собака. И вот там должны все собаки быть. Еще. Да. Ух ты. Сволочь такая. О, вот это она прыгает. Ух, вообще, я ж испугался. Так, вот у нас этот хвост есть. Оп, нет. Ладно, ухожу отсюда. Не понял, тут труп был. Собачки. Ух ты. Это куда ты тут? Ой-ой-ой, в аномалии улетел. Вот от них звук идет, блин. Как в старых, блин, фильмах про динозавров. Фильмах. Ну сколько её мочить можно, блин. Блин, как... Какая же модификация была там, тоже псевдоплоть с кабанами, блин, такая. А да, это... Ох, вообще, это кто тут такой был? Ты чё, бандиты такие? Ох, жесть. Ладно, всё, в следующей серии продолжим. Всем пока.